Здравствуйте, дорогие друзья! Наша рабочая, международная рабочая группа в поисках солнца прибыла в село Алпан Кубинского района. Как, наверное, поняли из самого названия, это село связано с наследием Кавказской Албании. Мы находимся на кладбище села. Рядом с нами находится тюрьба Субаба-Пири, Субаба-Тюрьбяси, полное название которой среди народа было Суфи-Баба, то есть сокращенно получилось Субаба, а полное название Суфи-Митяил. Благодаря местным исследователям, историкам, мы смогли узнать, что Суфи Митяил был одним из воинов Шах Исмаила Хатаи, который участвовал с ним в походах в направлении Дербента. Был там или ранен, или заболел. И в 1509 году он умер здесь, был захоронен на этом месте, где, по всей видимости, находилась прежде святыня периода Кавказской Албании, то есть, скажем так, место силы. А затем уже в период Шаха Тахмасиба, Сефевида, когда строились тюрьба, в том числе шейху Джунейду тюрьба была построена, а здесь, в этом селе, была построена тюрьба над могилой Суфи Митяила. Но в 1918 году, в марте, во время того, как армянские вооруженные отряды осуществляли геноцид азербайджанского населения, шли бои в этом селе, и, как вы видите, именно по итогам этих боев армянские вандалы разрушили это тюрьба, оно практически полностью разрушено по результате этих боев. И с тех пор, с 1918 года, она находится вот приблизительно в таком состоянии. Что интересно, здесь периода сефевидского мы можем видеть солярные знаки. То есть именно солярный знак сефевидского периода, а также меч, изображение меча и тамга. Мы потом фотографию выставим, чтобы вы четко видели. Таких камней было два, они были на входе. Но после того, как армянская страна разбомбила этот тюрьба, один камень рассыпался, второй народ сохраняет. По всей видимости, благодаря местным историкам, мы помним, что необходимо здесь провести археологические раскопки, а затем попытаться все-таки восстановить этот памятник, потому что это будет очень нужная информация для нашей истории и очень положительно отразится на туристическом потенциале данного села и данного региона. Наша рабочая группа в поисках солнца продолжает свои исследования. Будем надеяться, что очень скоро мы встретимся в других интересных местах нашей великой Родины.